Приветствую вас на Asmodee Play. Мы играем в GTA 4. И сегодня мы будем на кураже. Будем проходить миссии. Кстати, я подумал, что не стоит вам забивать головы миссиями, которые не очень интересны. То есть я имею в виду то, как я добираюсь до того или иного пункта. Поэтому, чтобы не обременять вас своей поездкой, так как я водитель в играх очень плохой, мы будем акцентрироваться только на миссии. Так. Ну что ж, я вам скажу. Выкушав пол бутылочки коньяка, водить становится гораздо веселее, но трудно пипец. Так, ой, это гонки, наверное. Надо посмотреть. Блин, если это гонки, то жопа полная. Ладно. Так, у нас... Куда мы отправляемся? Показывай. История, давайте. Найдите полицейскую машину. Узнаю я, где она стоит, полицейская машина. Недалеко от моего дома. Опять на дело. Ну что ж, вперед. Вперед, мой верный конь. Вези меня. Итак, машина недалеко от моего дома, которая находится, мы ее нашли. А теперь давайте потихонечку свалим отсюда. А то ругаются на нас. Говорят, что мы нехорошие. А мы хорошие. Мы очень даже хорошие. Итак. Ну. Машину нашли. Где миссия? Давай. Возьмем трубку. Я на месте с компьютером. Ну ты шельма, чувак. В общем, парня того зовут Лайс Ривас. Лайс Ривас. Понятно, Лайс Ривас. Поиск. Особо опасные преступники. Ну давайте посмотрим. Так, сервер, ага. Ладно. Поиск. Поиск по имени Лайс Ривас. Ой, господи. Так, Лайс. Так, Лайс. Твою ж мать, а что так происходит с компьютером? Вот. Давай. Лайс Ривас. Лайс Ривас. Так, ну что, выбор. Интер. Местонахождение. Разыскивается за торговлю наркотиками. Найти. Чтобы завершить работу с компьютером, нажмите Escape. Хорошо. Подожди. Ну, Escape, ладно. О, GPS нам показывает, куда валить надо. Ой-ой-ой, это я пробку собрал. Какой я молодец. Вы только посмотрите. Я же просто красавчик. Так, включаем сирену. И едем за этим мудаком. Ох, мы сейчас ему покажем.
Ох, я буду зверствовать и лютовать. Ой, там еще и недалеко уехали-то. Так. И он где-то здесь. Так, и что нам надо с ним сделать? История. Найти. Что? Поезжайте домой к Ривасу. Мы приехали домой к Ривасу, но... Так, это вот его дом. Ага. Ну, Ривас, что ты нам хочешь сказать? У меня для тебя послание. Брюс, твою мать, я думал, он шутит. Черт, в окно давай беги. Тварь. Так, эта скотина убегает. Еще и в машину села тварина. Так, придется по нему пострелять. Так, 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 я не очень хороший водитель. Так, это он впереди едет, точно знаю. Колеса хоть ему пробить, что ли? Пристрелю тебя, падлу. И задави. Так, слот сохранен. Так, уже сохранен. Так. Ну, да, хрен с ним. Вау, человек горит. Вау, взорвался автомобиль. Еще один. Так. А я ни при чем, да, я вот такой вот. Я уезжаю. Так, первая миссия есть. Пауза. Итак, берем следующую миссию. Что это у нас? 31, 32, 33, 35. Ага, где 34? Жулик! Давай. Какое задание у меня следующее? Поезжайте на Йорк-авеню. Хорошо. Давайте возьмем вот этот автомобиль. Бей окно. Так, мое путешествие, я надеюсь, вам не интересно. Приеду на таком же автомобиле, как ментовская. Итак, вот мы доехали. Да, автомобиль уже другой, но ничего страшного. Я же говорил, я плохой водитель. Так, зайдите за угол и найдите машину. Господи. Так, вот она у меня машина. А, мне ее надо куда-то доставить. Так, и куда тут ехать? Надеюсь, у тебя есть выход. Давай. Сейчас, вот они. Никаких подвохов, Брюс, походу от этих препаратов. Ага, вот он. Вот оно, что, Михалыч. Давай, надо сваливать. Не смотрите на них, когда на вас наставили пистолеты. Будем потихонечку уезжать. Вот прям полегонечку. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Они по мне стреляют. Сваливаем. Sorry. I'm sorry. Ой-ой-ой. Так, надо оторваться. Хорошо. Буду стараться. Буду стараться. Мне куда-то и надо привезти эту тачку. Блин. Так, по низу надо было. По низу. А я поверху. Ну, ничего страшного. Вот и я внизу. Так. Через парк. Через парк и вот сюда. Прыгаем.
Вау! Блин, от машины ни хрена не осталось, конечно. Тихо, 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 тихо. Заново, заново надо пройти. Хорошо. Давай попробуем еще раз. Так. Надо машину забрать. Так. Блин, а я с места, да? Хорошо, ладно, пропустим этот момент. Пробуем еще разок. Так-то можно их, по идее, расстрелять. Сейчас попробуем хотя бы одну машину вывести из строя. Блин, он сзади. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот так. Теперь на одну машину меньше у нас преследующих. Теперь можно потихонечку, полегонечку. Вот они. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давайте, пока они развернутся, мы уже подальше будем от них. Так, мне надо как-то вниз. Понятно. Вниз мне надо от них. Да ё-моё, чё вы мне под ноги-то? Вот так. Так, по крайней мере, машины мы вывели противника из строя. Стой, 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 стой. Нет, не сюда, вот сюда. Два раза на одно и то же не надо попадаться. Потихонечку, помаленечку. Все, отстрелялись. Броню нам полностью снесли, но бронежилет мы можем купить. Ничего страшного не произошло. Ничего страшного не произошло. Так, вот все на одной плоскости. Едем правильно. Едем, едем. На. Ну ничего, ничего бывает. Лучше такую машину притащу, чем никакую вообще. Я завершу эту миссию, да. Ой. Давай, в гараж. Вот эту рухли. Ты же умеешь чинить, вот и починишь. Ничего страшного с тобой не случилось. Отрабатывай свои деньги. Давай, вот тебе повезло, что она так хорошо выглядит. Конечно. Давай. Все, еще одна миссия сделана. Так, берем тачку и сваливаем. Тихо, 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 тихо. Тихо. Так. А, страшно. Ну-ка, давай пошел отсюда, нигер. Пошел. Вот, у меня большая пушка. На тебе, тварь. Все из-за того, что ты посмел на меня наехать. Ну, машина мне не нужна. Я сейчас ее на такси поменяю. Вот она. Вот смотрите, как это делается. Берется такси. Садимся. Пошел нахер отсюда. Вали. Вот и все. И теперь okay. Едем к Дмитрию. Окей. Вот так вот. Кстати говоря, да, вот так я практически везде добираюсь. Нет проблем. Давайте, что у меня там? Вот, пистолет, сам ото. Сойдет. Патронов много. Почему бы нет? Что ты мне хочешь предложить? Рассказать, поди, что ты хочешь. А мне вот оно интересно. А мне это надо. Пошел нахер. Давай дальше. Так, поезжайте в клуб Фаустина. Хорошо, без проблем. Вот оно, такси. Едем в клуб Фаустина. Только можно еще в оружейный заехать. Посмотрим сейчас. Ресторан, магазин.
стрип, цвет оружейный. Сначала бронежилет куплю, перед тем куда-либо ехать. Спасибо. Все, давай. Увидимся. Баба за рулем. Давайте. Теперь бронежилет. Все, бронежилет купим. Скоро в продаже. Ни хрена этого нету. Не дают мне оружие тяжелого. Вау, 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 вау. Стой, 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 стой. Что я тебе говорю? Тварь. Ну ты что, не можешь постоять, подождать, что ли? Скотина. Все вы одним миром мазаны. Место назначения, конечно. Вот и приехали. Так, только надо на автомобиле или как сюда надо было ехать? Сейчас посмотрим. Рестройка. Перестройка, ё-моё, перестройка! Так, я приехали бандиты. Чё, вы меня не видите? В упор не замечаете. Фаустин в клубе, перестройка. Так, где у меня дробовик? У меня патронов к нему нормально хватает. Давайте. Опа, опа, опа. Ника. Ника Белик. Конечно, Ника Белик. На. Где? Вот так, охрана сюда. Я тебе дам охрану сюда. Вот так. Где? Конечно, это нелепо, но... Вот так. Давайте соберем все, что у них было. Деньги. Это мои заработанные деньги, не надо. Вот так. Это все, что я здесь заработал. Это все мое честное. Чтоб не наговорили, что я вот чит воспользовался или там еще что-то нет. Так. А где эта тварь-то находится? Так. Вот я вышел. Вау. Пойдешь со мной на свидание? Э? Фаустин скрылся. Блин, ладно. Давай-ка попробуем еще раз. Фаустин скрылся. Сейчас подождем. Нам долго ждать? Куда нам ехать-то? Ну, в принципе, недалеко. Так-то можно и на тачке. А во, во, вон, вон он едет. Ошибка, ошибся. Так, там менты. Тихо, 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 тихо. К тебе пассажир едет. Ночь, дождь. А ты, эх ты, неблагодарная тварь. Все, very much. Он где-то наверху. Как наверх пробраться? Ладно, потом посмотрим. Через сцену. А, вот где охранники вылазили, походу дела. Подтуда надо. Так. Дмитрий. Ника, у тебя нет права на ошибку. Пошел нахрен. Так. Я уже взял все, что надо. Бросай босса, оставь. Так, а вот, вот, да, действительно. Вау,
Так. Бежим. Где этот лже-Дмитрий или кто он там? Вот так. Вот так, всех вас завалю, падла. Тихо, тихо. Вот, 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 я правильно бегу. Правильно бегу. Тихо. Я с тобой даже разговаривать не буду. Ты хотел еще дальше бежать? Ну ты скотина. Опа. А я здесь даже не был. Ну ладно. Неплохой бонус. Ты сделал доброе дело, конечно. Опаньки. Так, а где здесь спуститься-то? Ладно, сейчас перемотаем. Итак, мы пошли забирать свои деньги. Давайте. Вот, он меня прикроет. Оставим машину. Почему они такие мятые? Потому что я всегда сверху прыгаю. Ой-ой, сейчас мне не сладко придется. Давай, патронов у меня до хренища, я могу не жалеть. Все-таки своя жизнь дороже. Давай, что ты мне скажешь? Тебе удалось со всем разобраться? Да уж, деньги привез. Разумеется. Я просто еще раз хотел сказать тебе, как мы с моим боссом благодарим тебя за то, что ты сделал. Конечно, благодарен, да. Так. Сначала в пистолет и шмалять, шмалять, шмалять. Ой. Так. Есть. Есть. Так, все, давай, перебираемся. Да ты присядь. Ты что, бессмертный что ли? В кого ты палишь? Давайте, 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 давайте. Вот он. Выдали себя. Господи. Хорошо, мне башню-то подрезало. Давайте. Так. Вот, есть, подстрелил. Еще давайте. Есть, прям в жбан. Ух ты. Как повезло. Не смог, не смог. Покажи свои ручонки поганые. Вот так. Ага, по мне кто-то стреляет, попасть не может. Это хорошая новость. О, давай ручонки свои. Так. Минусом, минусом, релакс. Какой нахрен тебе релакс? Ой-ой-ой-ой, они сбегают. А мне надо их вообще ловить? Так.
Ох, мне надо пробраться через склад проникнуть, да. Блин. Сейчас посмотрим, а что у меня здесь? Аптечка. Это очень хорошо. Так. Так, валим его. Так. Его завалили. Что у нас дальше по плану? Это кто такой? Это мой чувак. Так, все. Минусанули. Теперь надо... От ментов избавиться. Так. Сначала пусть прогорит, спрячься за ней. Кто там? Кто там? Кто там? Где там? Вот так вот тебе. Да, у меня маломощное оружие, но... На тебя хватит. Ай-яй-яй-яй. Что мне надо сделать? История. Пройдите к машине, спрячьтесь за ней, нажмите и полиция уже здесь. Отвезите Джейкоба в кафе само. Ага, все понятно. Давай садись, Джейкоб. Сваливаем. Ой, мне трудно придется сейчас. Ладно, пока две звезды, еще не так страшно. Шанс есть. Сейчас оторвемся. Ага, вот они нас встречают здесь. Оторвались. Так. В переулок. В переулок. Да что твою мать, этот гребаный мусорный бак. Еще сами ко мне прыгают под колеса, твари. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, тупик. Тупик. Молодец, что развернул. А ты сам развернись как-нибудь. Так, выходим на большую дорогу и сваливаем. Давай, 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 давай. В парк вполне сойдет. Пошел нахрен отсюда. Еще чуть-чуть. Самая малость осталась. Ну вот, 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 вот. Давай, давай. Все. Блин, на такой машине, ага, вот нас никто и не заметит, и не видно будет. Совсем внимания не привлечем. Да, выключим сирену. Попробуй доставить Джейкоба этого до пункта назначения. Да, меня подставили. Денег мне не дали. Ну, это меня не совсем интересует. Я буду иметь власть та, которая не снилась моему отцу. Так что надо больше золота. Все это будет. Итак, подписывайся на мой канал, ставим лайки. Увидимся в следующей серии. Пока!